В Магадане торжественно запустили в работу детский технопарк «Кванториум». Открытие центра будущего стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» и национального проекта «Образование». Магаданский «Кванториум» – это высокотехнологичная площадка, где дети смогут освоить перспективные инженерные направления, в том числе и современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие. Технопарки призваны готовить молодые кадры по целому ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов. Получить такое качественное современное образование теперь смогут не только школьники Магадана, но и области. У входа в «Кванториум» гостей встречал интерактивный робот. Он переливался яркой подсветкой, приветствовал всех участников на открытии и даже пожимал им руку. Поздравили магаданцев с открытием детского технопарка и девушки-барабанщицы. Они исполнили музыкальный творческий номер. Слова поздравления выразил и губернатор Магаданской области Сергей Носов. Я очень рад, что коллектив подошел очень требовательно, и подрядчик должен был выполнить все, скажем, до мелочей. Я надеюсь, что я и дети, и коллектив, который здесь будет работать. Но я уверен, что это не просто развлечение, здесь об этом говорили, о будущем. Я думаю, что здесь могут быть воспитаны люди, которые, оставаясь в Магадане, коммуницируя со всей страной, со всем миром, могут творить будущее. Будущее страны, будущее региона, будущее Магадана. Праздник. Ключ от технопарка «Кванториум» Сергей Носов вручил юным инженерам. Давно в системе дополнительного образования не было столь ярких событий, поэтому мечта многих сотен девчонок и мальчишек наконец-то сбылась. В Магаданской области появился новый формат дополнительного образования. Цель такого «Кванториума» – сделать рывок в подготовке высококвалифицированных специалистов по перспективным профессиям, отмечают эксперты. Открытие современного центра продолжилось занимательной экскурсией по развивающим кабинетам учреждения «Квантумам». В одном из них, промробо «Квантуме», установлен робот Кука, который выполняет определенные функции. Он проводит манипуляции с шариками. Программу кто написал? Написали программу уже... Была? Уже запустили. А у вас в планах есть написание собственных программ? Да, но Кука достаточно сложный в написании программы, в использовании, поэтому мы с ними зайдем только... Продвинутом. Это будет ближе к концу года. Детский технопарк трехэтажный и вмещает в себя большое количество квантумов. Посещение для создания роботов называется промробоквантум. Также есть и аэроквантум для освоения беспилотной авиации. В VR-квантуме ребята создают определенные приложения. В квантуме хай-тек юные инженеры разрабатывают проекты на лазерных принтерах. Это новые возможности и уже высокий уровень образования, а также большие перспективы. Хотелось бы видеть здесь больше ребят. Понятно, что, наверное, будет здесь большая нагрузка. И в этой нагрузке к этому коллективу нашего «Кванториума» придется работать. Коэффициент полезного действия этого учреждения будет фантастическим, утверждают эксперты. Я благодарен всем, кто участвовал в этом проекте для создания самого современного учреждения дополнительного образования детей в сфере науки и техники. В Магадане есть много различных направлений во Дворце детско-юношеского творчества в экологическом центре, но технической и научной составляющей не было, поэтому все дети Магадана и области будут посещать «Кванториум» в перспективе, отметил глава областного центра.